Тобольские депутаты передали третий автомобиль повышенной проходимости в зону специальной военной операции. Представители городской думы совместно с главой города Максимом Афанасьевым передали председателю Совета ветеранов Владимиру Габрусю ключи от автомобиля «Нива» для отправки нашим бойцам, находящимся в зоне СВО. Год начинаем с того, что готовим нашим бойцам на СВО вот этот автомобиль. Автомобиль имеет повышенную проходимость. Я думаю, он там будет востребован для перевозки грузов, для перевозки раненых, значит, хозяйственная деятельность осуществляет. Первый автомобиль УАЗ для земляков депутаты приобрели в прошлом году, в канун Дня защитника Отечества. Второй отправили прошлым летом. Депутаты вместе с аппаратом Думы регулярно отправляют средства на счет городского совета ветеранов в рамках благотворительной акции «Подари тепло солдату». В акции «Подари тепло солдату» собрано 31 миллион рублей. Кроме того, народные избранники оказывают адресную помощь семьям участников СВО, занимаются и сбором гуманитарной помощи.